Всем привет! Сегодня в распаковке пусковое многофункциональное устройство Zevs 400. Посмотрим комплектацию, расскажем о технических характеристиках, разберем органы управления, проведем небольшой тест и разыграем это устройство среди вас, наши подписчики. Это распаковка, поехали! Устройство Zevs 400 применяется в качестве универсальной внешней аккумуляторной батареи для запуска двигателей мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей и прочих транспортных средств с 12-вольтовой системой электроснабжения. Также используется в качестве зарядного устройства для мобильной техники – смартфонов, планшетов, камер, ноутбуков. Емкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 ампер-часа. Выходной ток 200 ампер, пиковый ток 400 ампер. Ток заряда от 2 до 4 ампер. Весит всего 300 грамм. Гарантия 5 лет. Светодиодная лампа для освещения. Индикатор заряда батареи. Также есть разъем USB для подключения и зарядки мобильных устройств. Входной разъем для зарядки внутреннего аккумулятора может заряжаться как от сетевой розетки, так и от прикуривателя автомобиля. Также есть разъем для пусковых проводов. Давайте посмотрим небольшой тест этого устройства. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк и сделать репост этой записи. И уже через неделю мы подведем итоги в нашей группе ВК. Подписывайтесь, участвуйте и следите за новостями. Это была распаковка. Пока!